Ну все, наконец-то у нас вылезло солнышко. Надеемся, сегодня у нас будет хороший продуктивный день. Мы находимся на Лазурной долине. Сейчас ребята замеряют у нас ограждение. Наконец-то по ограждениям это целая беда. Равно так же, как и по озеленению. Не дождешься никого. Вот, в общем, сейчас будем еще укладывать плитку вокруг, получается, дома. И будем делать ограждение, заказывать. Вот, здесь тоже нужно будет залить бетонную плиту, и вот эта вот часть будет озеленение, и вот эта вот часть будет озеленение. В общем, дом преобразится, и я думаю, скоро, уже скоро, может быть, в течение месяца мы уже подготовим и выставим уже на продажу. Так что, кому интересно, пишите пока в личку. Цену мы пока конечную еще не определили, но будет достаточно, я думаю, что выгоднее, чем в других каких-то соседних, особенно вот, например, в Чайковском. Я был, да, вам показывал, ушла уже акция, то есть сейчас дома по 28,5-29 миллионов. На Петрозаводской солнечные сады вы видели, я как раз таки публиковал недавно видео, 35 таунхаусы и 50 миллионов частные дома уже с четырьмя сотками земли, так же, как и у нас, вот, но... У нас, конечно, дом будет гораздо дешевле. Вот, посмотрите потом, когда мы все это доделаем, выставим на продажу, и вы оцените уже в конечном результате, как чего получилось. Сейчас по поводу ограждений будем думать, стеклянные или просто хромированные. В общем, будем думать сейчас. Оставайтесь с нами на канале. Сегодня мы поедем в Лазаревское, поговорим на очень полезную, интересную тему. Вот, и посмотрим, какие у нас там дела. У нас там заканчивают одну из черновых квартир. Погода раскочегарилась, мы сейчас затариваемся всем необходимым в Лазаревское и выдвигаемся. Только у нас, видите, какой радиатор длинный, напольный. Это в ЖК Лазаревском будет квартира, в которой мы будем делать чистовой ремонт. Ребят, если у вас в Лазаревском есть квартира, обращайтесь, пока у нас оттуда не уехали люди по черновому ремонту. Потому что, конечно, пока не будет, мы их будем напрягать работой по центру. Ну а по центру у нас несколько квартир еще новых и очень хороший объект, наконец-то подписан договор на целый дом 200 квадратных метров в Молдовке. Тоже следите, там будет черновой пока ремонт, там уже будет видно, насколько чего будут продвигаться дела. И, конечно, если у вас есть тоже дом по всему Сочи, естественно, мы тоже можем вам помочь сделать ремонт. Оставайтесь с нами, едем мы в Лазаревское. Ну что, приехали мы уже в Лазаревское. Я вам скажу, дорога была пустая, но в пару мест мы прям достаточно долго времени потратили из-за того, что там были ветки, ремонт дороги и все остальное. Вот вы можете видеть, как выглядит сейчас Лазаревское, да, в сентябре, конец сентября, скоро уже октябрь. Отдыхающих прям самый-самый минимум, я так понимаю. В основном уже вот, видите, пустые улочки. Ну, едем мы в ЖК семейные. Те, кто не знает, у нас достаточно много было там ремонтов. Сейчас одну квартиру вам покажем, которую мы приняли, пролонгировали, так сказать, следующим договором на чистовой ремонт. Вот, ну и покажем, расскажем, что там у нас с черновым ремонтом уже последней квартиры. Вот он, жилой комплекс семейный. С правой стороны вы видите стоимость и наличие квартир, которые здесь есть. Но это стоимость от застройщика, от инвесторов здесь предложение дешевле. И очень много инвесторов, которые сейчас звонят и просят: Елисей, продайте нашу квартиру. У нас есть квартира в ЖК семейном. Мы хотим за такую же стоимость продать, как вот застройщик, ведь он еще... пока не сдала, у нас уже в сданном корпусе все. Но, ребят, ну нет сейчас продаж. Нет сейчас покупателей. Хотите? Давайте в полцены выставим и посмотрим, будут вам звонить или нет. Сейчас рынок, грубо говоря, имеет стагнацию. Поэтому не торопитесь. Если у вас какая-нибудь, я не знаю, финансовая составляющая не подталкивает к продаже, если вас не напрягает какая-нибудь ипотека или еще что-то, оставьте пока эту квартиру, потихонечку потом цены стабилизируются, и вы потом уже сможете продать за недешево. Так, мы находимся на балконе, вот такой большой балкон.
квартира площадью будет 38 квадратных метров. Здесь сделали полностью черновой ремонт. Черновой ремонт, напомню, здесь стоит 14 тысяч за квадратный метр с учетом теплого пола. Без разницы, какая у нас площадь, планировка и так далее. Сейчас, вы видите, завезли чистовой материал необходимый. Здесь будут стены под покраску. Вот когда уже здесь все куплено и все доставлено, в том числе и плитка и так далее, мы начинаем приступать к чистовому ремонту. Раньше, пока это все не закуплено, смысла нет. Потому что сначала ты купишь плитку, потом придут какие-нибудь двери, потом пэком доставят какие-то обои. И вот этот вот ремонт можно растянуть до полугода. Давайте по порядку по планировке, потому что мы сюда будем приезжать и, конечно же, показывать, какие будут здесь результаты. Это гостиная, ну, либо спальная комната, потому что вот это вот кухонная зона. Ее распланировали как в кухню-гостиную, то есть здесь вот зона телевизора, здесь зона дивана. Также здесь будет установлен кондиционер, потолки высокие, ну а это вот кухонная зона. Дальше проходим здесь, это коридор, входная дверь. И здесь получится большой просторный, ну, шкаф-купе, который закроет даже вот этот вот электрощиток. А здесь ребята сейчас вот стоят, обсуждают санузел. Это инсталляция, ну, в общем, вся разводка уже здесь необходимая сделана. Вот такая вот квартира, интересный достаточно проект, дизайнерский, стены здесь будут под покраску, естественно, где-то плитка будет, ну, в общем, очень интересный, так что смотрите и обращайтесь к нам, если у вас есть квартира в Лазаревском районе. Так, в соседнем корпусе у нас уже готовая черновая квартира, но только нужно будет сделать стяжку пола. Давайте я вам покажу, и вы сами увидите, что такое черновой ремонт. Еще раз напомню для новых зрителей, что перегородки, штукатурка, причем здесь цементная, здесь она гипсовая, штукатурка по маякам, разводка сантехническая, вы видите, да, канализационная. И стяжка пола, и теплый пол водяной, 14 тысяч за квадратный метр. Здесь 22 квадрата, ребят. 22 квадратных метра. Газовый котел, подключение. Нужно будет еще устанавливать здесь коллектор. И, если нужно будет, может быть, сразу напрямую. Скорее всего, будет какая-то небольшая коллекторная группа. Вот. Все ригели, видите, все сделано. Электрика входит сюда с подрозетниками. Вот, электросчетчик еще будет, щитовая, вот она здесь, видите, куда ее загнали. Вот, соответственно, конечно, здесь все подмажется аккуратненько, вот, и крышка будет, все как положено. Сейчас вот стяжку пола заливаем и сдаем, все, готовый черновой ремонт, ребят. Если есть подобные варианты, пожалуйста, обращайтесь, сделаем вам за 1,5 месяца. Едем обратно, немножечко вам серпантина покажем. И, ребят, тут хотел бы высказать пару слов по поводу продаж. Я уже, наверное, повторяю, что сейчас сложная ситуация с продажами. И многие именно сейчас просят только продать. Нет звонков даже от покупателей, которые хотят купить. Поэтому, если вы мне позвоните и скажете, давай, Елисей, быстренько сейчас продай нам квартиру, нам хорошее вот это предложение, 100%, вот оно уйдет, я сомневаюсь. Покупателей просто нет. Если у вас сейчас квартира, которая стоит без ремонта, либо с ремонтом, но она стоит, и вы не можете ее продать, значит, либо сдавать ее с ремонтом, а сейчас по аренде очень хороший спрос. Вот мы сейчас своему работнику не можем найти квартиру в Адлере. Если у кого-то есть какая-нибудь студия недорогая, напишите, обязательно свяжитесь со мной, потому что мы сейчас ищем однушку, либо небольшую студию для семьи. Вот. И я к чему это веду? Если у вас сейчас квартира черновая стоит, и вы не можете ее продать, делайте ремонт и хорошо ее сдавайте. Спрос хороший. Возможно, потом, когда это все уляжется, соответственно, появится спрос, и вашу квартиру в ипотеку с удовольствием уже возьмут как готовый вариант. Потому что, еще раз повторюсь, продажами сейчас сложно. И либо вы просто сидите со своими черновыми квартирами, либо вы уже сделали себе
ремонт и получаете хотя бы какой-то достаток. Может быть, проще будет там платить ипотеку или еще что-то. Ну и как говорится, квартира с ремонтом, она в априори должна быть дороже, правильно? Даже если мы можем сказать, что рынок просядет, то в любом случае просядет он одинаково по отношению с ремонтом и по отношению с черновыми квартирами. Но, по крайней мере, вложенные деньги вы всегда свои вернете. В общем, едем мы сейчас в Дагомыс. Не знаю, получится, если успеть, мы заедем в одну из квартир, в которых нужно посмотреть черновой будущий ремонт. Вот. Ну и если будет дороги все хорошо, тогда мы вам ее покажем. Так, приехали мы в солнечный Дагомыс. Ну, понимаете, что мы находимся в Дагомысе. И здесь мы сейчас пойдем смотреть квартиру. Причем будет квартира очень интересная, 60 квадратных метров. Кроме того, там еще будет терраса, которая будет полезной площадью, которой нужно будет кое-что сделать. С правой стороны вы видите стоимость и квадратуру квартир. Выполнен он как бизнес-класс. Вот пальмочки, видите, есть здесь и такая спортивная площадка. Там есть еще территория достаточно хорошая. Ну, посмотрите, красивый из домов, вот, который действительно отличается от наших вот сейчас новостроек, которые делают как попало, либо делают просто эконом какой-то жесткий. Да? Здесь вот искусственное такое типа газончика, озеленение, вокруг парковка. Мне нравится этот дом, я здесь несколько раз был. Вот, смотрели мы кое-какие здесь предложения. Детская игровая, вон еще там площадочка большая, вот туда идет. Пойдемте смотреть. Смотрите, какой большой грузовой лифт. Есть еще пассажирский. На 18 этаже мы поднялись смотреть квартиру. Противоположной стороны можно видеть Кватро, можно видеть Босфор. Половину Дагомыса, да? Идем дальше. Так, зашли мы в квартиру. Она черновая, поэтому света здесь нету. Заходим, вот таким образом выглядит прихожая. Дом строился по ФЗ-214. Он фактически весь монолитный, как вы видите. Проходят здесь коммуникации. Кстати, открыли нам замок дистанционно вообще с другого города. Можно даже с другой стороны открывать. Такие замочки сейчас электронные есть. Одна вентиляционная шахта, вторая. Здесь стояк необходимых коммуникаций на холодную горячую воду. Дальше еще один стояк коммуникаций и два окна с выходом, получается, на террасу. На одну террасу вот мы выходим. Смотрите, что здесь еще какая, да, и вид здесь на каравеллу Португалию, да. Вот река Дагомыс. Смотрите, какой вид. Обалдеть. Красота. Крайний этаж, 18-й. В общем, сейчас посмотрим повнимательнее данную вот эту террасу и квартиру. И будем общаться уже по поводу ремонта, нюансов. Если у вас есть квартира в Дагомысе, то, пожалуйста, можете смело к нам обращаться. Мы в Дагомысе также делаем ремонты. Вот это вот аллея парк, вы видите, с этой стороны. Тоже ждем, пока он сдастся. И там у нас тоже будут ремонты, потому что были уже клиенты, которые интересовались. Подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Поставьте лайк. Желаю вам правильного решения, правильного ремонта. Правильных вам покупок, инвестиций и так далее. Буду с вами прощаться. Ждите следующих видео. Пока.